Ну, попробуем теперь совсем-совсем быстро. Может, приготовились. И... Техническая специальность – волонтерство не помеха. Анна Моргачева уже 4 года посвящает себя благотворительным акциям и детским лагерям. Вожатой быть ей не привыкать. Сначала сама училась, теперь учит других. Статус как бы вожатого – это уже стимул, чтобы слушаться. А во-вторых, надо уметь расположить к себе людей. Настоящие лидеры этим и занимаются. В каждой группе есть лидер, которого все слушают. Волонтерская смена в лагере «Заря» стала традицией. При поддержке Самарского департамента образования городская лига волонтеров собирает самых активных ребят вместе. Главный принцип работы – равный равному. Это очень хороший метод, потому что когда... Ну, мы знаем особенности подросткового возраста, когда ориентация уже не на взрослых, а на сверстников, да? И чтобы учителя, мамы и прочие не говорили, это не так не будет восприниматься, как будет восприниматься из уст сверстников. Круглый стол волонтеров – своеобразный брейн-ринг. Взрослые и школьники разбираются, каким должно быть самарское волонтерское движение, что ему не хватает и какие принципы лежат в его основе. Для школьников Самары это очень большой опыт. Внедрение в социальную среду, проявление своих качеств и проявление своих стремлений. И вот хотелось бы помочь школьникам ощутить себя частью большой такой структуры, большого движения. Самое главное, уверены наставники юных волонтеров, это воспитать в подрастающем поколении идеологию безвозмездного добра. Для тех ребят, которые не попали в летнюю смену, городская лига волонтеров проведет еще одну, уже в осенние каникулы, на базе одной из самарских школ. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, «События».